Вот так вот сразу, да? Без предупреждения. Так, а можно как-то... Камера шейк, во. Камера шейк нам не надо, камера акселерейшн нам не надо. Сенситивити. Видео. Висинг, фреймрейт. 120, motion blur выключить. Камера шейк, ну можно чуть-чуть оставить. Типа половинку. Все должно быть... О, ёб твою мать. А чё? О! А чё, я не могу поворачиваться? О! А! Ё! Чё происходит? А! Дядя, я напился! Дядя! Меня типа назад... Ау! Блять, фу, нахуй, меня сейчас тошнит. Это из-за того, что я... Все, понял. Окей, это не надо было выключать. Блин, а чё такое какое-то реалистичное все? Выход 8. Так, ну ладно, погнали. Security камера in operation. Где-то здесь работает security камера. Конкорс. Не знаю, что такое конкорс. Почему шаги, во-первых, с задержкой, а во-вторых, где-то в метре от меня? Лагает? Вот сейчас не должно лагать. Так, но это же хоррор получается, да? Так что свет я выключаю. Без подсказок. Погодите, а вы что, играли уже в это? Не, ну подсказки мне не нужны. Не курить. Держитесь левее. Выход 0. Нанбу парк, Мицудзе школа, темпл, блдг, Хапонги кроссинг. Хапонги звучит как смайлик какой-то на твиче. Хапонги. Хапонги. Я что? Stuck in a loop. Идет. Подожди, ну это стрёмно получается. Челик всегда здесь. Что если он и есть бабайка? А что будет, если за ним идти? Кто там? Кто звонит тебе? Чего говорят? Чего пишут? Чего рассказывают? Телефончик-то разблокируй. Там код ввести надо. Оп. А, может он типа не хочет, пока я смотрю? Стесняется типа? Ну и чё, ты встал? А если сейчас туда уйти, он тоже же, получается, там стоять должен? Погоди. Ну да, он, наверное, там будет стоять. А если... Так, он сейчас должен быть здесь. Или нет, не здесь. Может, в следующем? Блять, этот гул на мозги давит. А, я бегать могу. Найс. А где? Погоди. То есть.
То есть. Эй, мужик. Постой! Мужик! Стой! Я же его двигать могу, получается. Это как-то на что-то же, наверное, влияет. Так, вот он идет. Продолжает движение. Сейчас он встанет, будет пялить в телефон выключенный, да? Еп. Хм. Ну, значит, что-то с этими дверьми, наверное, связано. Но тут как будто бы нету кнопки действия. Я нажимаю EF. Такие кнопки не работают. Ну-ка. Сейчас, погодите. Видео, дисплей мод. А тут даже нету настроек, типа. Не посмотреть, какие клавиши за что отвечают. Тут вообще есть кнопка действия? Security camera in operation. Держитесь левее. Левее держаться, да? Окей, будем держаться левее. Окей, я понял. Хорошо. Так. Эй, мужик, я держусь левее. Все как написано на том, на той надписи. Держусь левее. А-а-а. Так, а сейчас что-то должно быть, да? Так. Так. И чё? Я думал, как бы надо левее вот этой вот желтой штуки держаться. Бля, мужик. А может здесь просто на время как-то все? Типа я просто должен с ума сходить полчаса, пока что-то не откроется? Это, кстати, вся игра, если что. Не. Тут разве не до... Тут же... Погоди. Там же должен был быть... Блять. Да ну нахуй, не-не-не-не-не. Бля, мужик, не покидай меня, мужик. Бля, не-не-не, у меня аж мурашки пошли. Ёб твою мать, не-не-не, верните гул. Верните гул, он очень даже приятный был. Беру назад все сказанное. Пиздец ты нахуй, блядь. Идет вообще поебать. Фу. Фу. Не, знаете, что я громкость убавлю чуть-чуть, ладно? Вот так хотя бы. Ёб твою мать. Пиздец. Но надписи-то пропали, когда я пробежал как-то. Что-то я то есть сделал, что-то затриггерил. И вот сейчас опять появились. Это странно. Типа, причем я же ничего такого не делал особенного, я просто... Эй! Эй, не-не-не-не-не-не-не-не-не, мужик! Эй, не-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 не, мужик! Мужик! О, бля. А там... Блядь, не надо. Что тебе, блядь? Сука, не подходи, блядь.
Пиздец, а если бы он ко мне подошел, что бы было? Было бы... Попросил бы мелочь на проезд. Так, идет. Все нормально. Все как раньше. Я тоже иду. Так, это у меня соседи прыгают где-то по, блядь, по потолку или... Или это в игре было? В игре? Бу! Да ладно, чё ты? Чё ты? Бля, вот этот вот звук. Вы его слышите? Блять, это походу реально соседи ходят. Ну, ивенты триггерились, когда я быстро бегал. А сейчас что-то как-то все успокоилось. Давайте еще раз быстро пробежим. Увидели? Он типа и он сразу шел на меня, короче. Смотрите, он на меня палить сейчас будет. Че ты ебать? Смотрит, блядь. Пялится. Кто в такие игры играет, блядь, соло? Я мне страшно, блядь, представить таких людей, которые сидят нахуй ночью и такие, а дай-ка я нахуй в такую вот хуйню возьму и просто, блядь, соло в темноте в наушниках, блядь, поиграю. Это же пиздец. А если спиной идти? О, точно. Идем спиной. Прикиньте, как он охуеет сейчас, когда увидит меня. Так, это оно, это длинный коридор. Сейчас он где-то здесь должен пройти. Давайте еще раз, может он типа не зарегистрировал, может я как бы типа не с самого начала шел. Keep left. И у меня сразу есть еще одна идея. Сейчас проверим. Беги. А, точно, я же еще бежать спиной могу. Погоди-ка. И больше она не двигается. Ну-ка, а если отсканировать код, что на нем будет?
Тупо сейчас скример, короче, вылетает. Контент, блядь, там что-то на японском. Сэмпл. Блядь, это походу просто типа как пример текста, только в виде QR-кода. Ага. Полипика. Кто-нибудь заходил на сайт Полипики? Makeup art, photo exhibition. Какой-то собачий магазин. Ну ладно. Во, идея. Типа, чё если держаться левее, но с этой стороны? Если держаться левее, типа, направо. Конч вонючий, конч, хоть фу, блять, на тебя. Не курить. Может, типа, сигарету надо добыть где-нибудь? Звук был. Может, типа, по звукам что-то тоже происходит? Не, походу, не оно. Держись правее. А теперь идем, короче, только по желтой линии. Тут еще какой-то эффект, типа вот этот фишай, но он такой чуть-чуть прям. Из-за него картинка такая, типа... Дисторшн небольшой имеет. Так. Не, походу, не оно. Но тут и не определить, ты типа правильно идешь по желтой или нет. Или может не надо смотреть вниз? Ну нет. Ладно, закрывай дверь. Закрывай дверку. Закрывай дверку. Блин, реально пяти какой-то. Ёб твою мать. Это вот интересно, из-за чего затриггерилось? Из-за того, что я по желтой штуке шел, или просто потому, что, типа, пора что-то говна накинуть на вентилятор? Бу! Да она даже не на меня смотрит, она куда-то... Ну, иди ты нахуй. Блин, то есть что получается? Рекомендации Стима иногда даже могут что-то прикольное подкинуть? Так, а теперь тут закрыто. А, так, смотрите. Иди, иди. Топай, топай. Камера. С японского. Определить язык. Это же японский вроде, да? Помещение распределительного щита. Ну, эти японцы, блин, конечно. А это что? Только для сотрудников? Ну, типичные японцы. Станция уборщицы? А, типичная Япония. Понятно. А тут что?
Езда слева, пожалуйста, помогите нам. Бля, прикиньте, и больше не... А, вот. Езда слева, пожалуйста, помогите нам. Держите с левой стороны. Подожди. Чё? Не, типа, не оверлук, как, блядь, как... Я понимаю, когда, блядь, ну, типа, не пропускайте аномалии, если вы найдете аномалии, поворачивайте немедленно. Если вы не находите аномалии, не поворачивайте, чтобы выйти из выхода 8. Выход 1? По гайдам. Подожди, а я типа... А я пропустил какие-нибудь аномалии? Тип лефт. Окей, держимся лефт. А, выход 2! Йоу! Почалось. Аномалии. Погоди. Ой, бля! Ой, здравствуйте. Не, это аномалия, наверное, да? Я передумал, я иду назад. До свидания. Выход 3! Там Лёха в стене застрял. Лёха! Лёха! Я за помощью! Так, выход 4. Так, блядь. Ну-ка нахуй. Там что-то с тенями было. Ну, это тоже похоже на аномалию. Мне кажется, знаки так не должны делать. Еп! Так, выход 5. Еще 3 выхода получается, да? Ну, сейчас, скорее всего, все должно быть нормально. Иду себе такой спокойненько. Иду такой. Keep left. 6. Так, окей. Идет. Когда идешь. Бля, он же по-любому, сука, однажды заорет нахуй. Ну, вроде нормально. Тут тоже не похоже, чтобы что-то не так было. 0? А почему? Чё я пропустил? Потолок? Пиздец. О, понятно. Но самое стрёмное это было, когда он быстро на меня шел. Это прям самая жуткая хуйня была. Так, потолок. Чё-то ничего не вижу пока на потолке. С тобой вроде тоже все норм. Он сейчас как-то... Алло? Дверь пропала? Я чё нахуй еще запоминать расположение дверей должен, что ли, сука? Гандоны. Один. Идет. Блять, я кота в чате испугался, сука, ты тварь. Ну все нормально вроде, да?
Сейчас должно быть два. Два. Так, аномалия, 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 хуйня на полу, на полу. На ёбочка. Три. Вроде все. Окс. Да как? В смысле потолок? Что с ним не так было, блядь? Вот это? А, блядь. Пошел ты. Гандон. Просто как грязь какая-то выглядит. Так, смотрим, наблюдаем, изучаем, подчеркиваем. Здесь все ок. Сколько тут вообще интересно вот этих вот аномалий? Так, смотрим, 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 смотрим. Вроде все ок. Yes. 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 Так. Даже мне кажется, ли он какой-то огромный стал? Мне кажется, ли он какой-то здоровый стал? Бля, он же не такой большой был. Жесть, гигант. Угу. Реально здоровый был. Ути какой. Так, короче, самое стрёмное — это ёбаный потолок, блядь. Он постоянно меня подставляет. Мне показалось? Он как будто башкой что-то делал. Хм. Ладно. Дядя, беги! Тут наводнение! Дядя, беги! Алло, оно заканчивается? Пиздец! Ё-моё! Пиздяу! Вот это пиздяу. Так, мужик идет. Отлично. Пятый. Биба и Боба. Так, смотрим. Вроде все ок. Мужик. Ага. Все было ок. Я, блядь, все посмотрел. Найс. И ластецкая должна быть. Ну, либо предластецкая. Идет. Идет. Бля, сейчас она кинется на меня, да? Подожди, дверь, дверь, двери нет! Оно? Бля, я не помню, сколько вентиляции было. Вторая камера, там она была, нет? Я не помню, она там была или нет. О! Там ну нахуй. Эй, и о.
easy. Блин, классная, классная игруля, мне понравилась. Такая, как бы, маленькая, но со вкусом. Мне вообще кажется, такой формат хоррор-игр, он идеальный. Маленькие, оригинальные, стрёмные, без скримеров ненужных. Типа, я не полностью против скримеров. Но когда игра просто на этом паразитирует... Спасибо, что используете наш passageway. Мы извиняемся, если типа возникли какие-то неприятности. Есть 18 аномалий, которые не были найдены. Мы ценим вашу кооперацию. А, охуенно. То есть я типа еще их найти все должен сейчас, да? Тут какой-то быстрый в этот раз. Может, это аномалия? А если с самого начала назад пойти? И, кстати, разве там всегда этот гайд был? Его же в начале там не было, да? Тебе даже бот The Day Before игру спамил? Какой бот? Чё за бот? Всегда был? The Day Before Gameplay. Он не спамил. Короче, я видел какую-то странную пиздец хуйню. Новость. Mountain Dew использует, короче, нейросети, чтобы они распознавали, у кого на Твиче из стримеров есть в кадре Mountain Dew. И, короче, если есть, то в чат приходит бот и, типа, спрашивает, хотите ли вы там, короче, поучаствовать в какой-то промо-компании. И, ну, просто, блядь, странная хуйня. Только не говорите, что вы не слышали про игру The Day Before, Sir Sword, Sir Shield, Sir Sword, Sir Shield. Бля, ну я думал, он мне там хотя бы ключик бесплатный предложит или типа того. Если это разрабы просто боты сделали, чтобы он ходил, блядь, и спамил свою игру в чаты рандомные, это какая-то дресня, как по мне. Предложил бы, то уже бы спиздили. Но можно не просто в чат закидывать, а, например, мне в личку его скинуть, как вариант. Там, типа... Загугли картинки Mountain Dew, чтобы чекнуть. Бля, это мне напомнило. Какая-то хуйня ВКонтакте была древняя, пиздец, году в 15-м или, блядь, 13-м. Или, короче, пиздец, древняя. Там, типа, надо было колу сфоткать и скинуть какому-то боту Деду Морозу, типа, что твоя фотка лица с Кока-Колой. И там столько мемов с этим связано было, что, типа, он вообще нихуя не понимал, как правильно это все анализировать. И там, типа, что только ему не скидывали, и он, типа, принимал это за колу. А когда ты ему с колой свою фотку скидывал, он, типа, писал, типа, дедушка не видит колу на фотографии. Купи колу. И что-то такое, короче. Так, ну тут вроде нет никаких аномалий. А что будет интересно, если подойти к тем двум мужикам? Я просто хочу посмотреть, есть ли здесь вообще скример какой-нибудь. Че? Я победил? Изи, второй раз подряд. Умом. Такая, типа, ок. Я думал, она заново просто начнется сейчас. И что, сейчас опять здесь выход будет? Keep left. А если его... тут, типа, я так и не понял, тут реально надо... А. Так, ладно, короче. Все, прошли игру. Кайфовая, неожиданная хоррор-игруля. Мне понравилось. Найдите все аномалии. Есть ачивка здесь. 74% игроков, которые купили игру, нашли выход 8. Обидно вот что, что такие игры обычно рефандят. А, так она на прошлой неделе вышла, оказывается. А я думал, она старая почему-то.
Обычно такие игры рефандят. Типа, вне зависимости, понравилась она или не понравилась. Просто потому, что есть такая возможность. Нет алкашей и музыкантов с торгашами нереалистично. Я болен куриной слепотой? Какая-то легкая игра оказалась. Чел, походу, тоже пропускал, как я, потолок постоянный, у него жопа сгорела. Не знаю, хуй знает. Как по мне, кайфовая игруля. Ну-ка. Может, у них еще что-нибудь есть? Не. Ну, будем следить. Всего-то 1200 казахских рублей. Это сколько получается в рублях? Не казахских. Без чата ты бы ее не прошел. Я единственное, что увидел в чате, это про потолок, то, что люди написали. Единственное. И то, потому что это вы эту хуйню писали. Это слово на букву Т. Я не буду произносить это слово, потому что как бы я его не произносил, вы каждый раз мне говорите, что я произношу его неправильно. Поэтому это казахские деньги. Я ставил ударение на все буквально буквы. Каждый раз мне говорят, что я делаю это неправильно. Я даже на согласные буквы научился ставить ударение, и все равно вы говорите мне, что я называю неправильно. Так. Ну, через полчаса игруля выходит. Но...